Давайте. Где остальные? Володя, мне нужно. Володя, позовите. Володя, хватает. Я приду сейчас. Сейчас все. Вот ты что-то не так поставил. Я загадку загадаю. Туда. Сюда. Да можно на кухню. Сюда зайдите. Все. Теперь какой дальше? Ну, кошек потом сними. Вот белый, а вон рыжий примостился. Итак, мы сегодня что сделали? Вовремя, как говорят, попашились. Съездили, проверили. На Рыжковский пруд, все как надо. Потом поехали на шлюз. И то, что враги там сделали, это недобрые люди. Мы из Рыжковки вытащили, там прокопали, там проехать нельзя сейчас. Уже все опять на месте. И вытащили доски, которые регулируют на шлюзе уровень воды. Ну и вода рванула, это все засняли. Она будет идти сейчас еще больше дня туда. Это все озеро, и которое по луку идет, она вся должна понизиться. И бобры, андатры забьют тревогу. Они начнут искать здесь и начнут вот это вот залатывать. Щучки потащат туда. Грязью заляпывают. У нас там. Сначала, которые были просмолены, отработка, они их не трогают. Но я заложил одну доску, которая сороковка, поднимает уровень в шлюзе, в коробе этом деревянном-то. Они его начали грызть. А когда вода-то дошла и в этой дырке-то, они сразу стали залатать тогда. Сразу-то не додумались. Мы это все сделали, сфотографировались, помолились, вернулись. И решили, Володя говорит, плот вытащить, пока люди. Плот-то большой у него. Человека три свободы на нем помещают. Четверо. Понимаете? Ну и что, заехали сюда, взяли альпинистские веревки. Они примерно вот так, три пальца почти толщиной у меня. Это инструктор Шевченко Николай. Инструктор. У него дождь пошла по его следам. И жизнь его кончилась так. Еленбан был в Барнауле. Еленбан. Чем Елен называется? То ли там Елены были. Я потом узнал, действительно, руководил всеми грек. И они решили штурмовать Эльбрус. И везде в газетах напечатали. Кажется, 5 человек. И один из них, плотников, заболел в дороге, и они отстал. Все остальные при возвращении с вершины погибли. А оттуда трупы не уносят, они так и лежат там, а кто там будет его возить? Вот большие канаты, мы вытащили плот и решили сразу проехать на Симаковский, который пруд. Я от коров сказал, заложили доски-то, а сейчас посмотрели, да у нас там поперечина, чтобы не свалилась стенки-то, она распирает. Вытащили доски. Весной вода, если наберется, пруд-то куда уйдет-то, вот где вода, мы же на суше были, и туда. И вот приехали домой, тут батюшку встретили. У нас такой сегодня день, 25 сентября 2020 года. Сегодня пятница, наши эти гости все четверо уезжают. Четверо Сергея остается. А остальные туда. Ну и я сейчас, дождь начался. Какую работу делать? Пока не прекратился. Хочется отдыхать, побеседовать, почитать. Посмотреть. Ну, я там есть еще посмотреть. И другой у нас такое, когда картошку копают, то всегда арбуз. И один из вариантов такой, взять вот этот арбуз, Серафима Гаврила Плотникова подарила нам, и разделить его, как всегда, на счастье. Тогда и этим и закончит наша сегодняшняя экскурсия. А перед этим мы поехали к Игорю Барабашу. Игорь Александрович рассказал нам все, какие склады у него, сколько, чего, почем, как. Это у нас отдельно будет ролики, все это засняли. Нам никто не мешает. Мы все снимаем. Это не снимают люди, которые подозревают друг друга и ждут зла, тайны. А тут все открыто. Так вот, предлагаю вам просто сидеть читать или взять арбуз и с арбузом сопроводить это. Как? Голосуйте. Без арбуза, кто за то? Где-то. С арбузом шоу, поднимайте руку. Вот это дежурство, я понимаю.
Все, я его забираю, сейчас мы идем в столовую, и там мы приговорим его. Через хитрость.